Всем привет! Совсем недавно стартовала новая официально киберспортивная лига Accursed Core по Mortal Kombat 11, и мы играли ее на прошедшем стриме, и это небольшой новый формат, нарезка лучших моментов с прошедшего стрима. Не переживайте, полный стрим также доступен по ссылке в описании, так что если хотите посмотреть, то обязательно сможете это сделать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и приятного просмотра. Вам эти группы, верно? Давайте я вам покажу эти группы. Нужно зайти на Spire. Я, честно говоря, я тоже, как и вы, не полностью разбираюсь вообще, как все это устроено. Так, итак, давайте я даже новенькую вкладочку создам. Давайте глянем вместе, что тут у нас такое творится. Ага, значит, смотрите, вот наш сайт Spire. На котором происходит все это рубилово, все это мясцо. И давайте выберем наш турнир. Это я нажимаю сюда, вкладка Tournaments. Ага, вот наш турнир, Accursed Core. И вот наши группы, вот они, посмотрите. Вы можете присмотреться и заметить, что вот 4 к зелененьким, это означает, что... блин, это вам, не вам написали, друзья, выйду сейчас. Вот, 4 зелененьким означает, что... вы выходите из группы, то есть, ну, четверо выходит из группы, трое нет. По 7 человек в группе. И давайте глянем, моя группа, по-моему, D. Да, вот моя группа D, посмотрите. Вы можете также увидеть, что некоторые ребята уже сыграли матчи. Вот WYC сыграл, я так полагаю, с Lost Power. Два сета уже они сыграли, и WYC дважды выиграл. Так что... Да, первый наш соперник это WYC, и мы будем сейчас с ним играть. Мне надо ему написать, и мы можем уже начинать. А вот и настоящий босс пока. Здорово, Дамастер Джан. Как дела? Так, сейчас я посмотрю, что там происходит. Я напишу WYC, и можем уже стартовать. Так. Поварайс, спасибо еще раз огромнейшее за поддержку. В начале стрима. Это турнир какой-то? Это турнирная лига, про которую мы даже отдельный стрим делали. Все это рассказывалось. Первая групповая стадия. Групповая стадия первая. Первый матч. У меня в группе 6 оппонентов. Я должен с каждым сыграть 2 круга. Мы сыграем сейчас один круг, соответственно, с WYC. Итак, погнали. Терминатор. Так. Я, наверное, возьму... Я возьму дамажную сборку против Терминатора. Так. Блин, Терминатор это плохо. Очень плохо, замиксить могут. Прям по-жесткому. Машина времени. Блин, да, телепорт. Короче, у него сильная сборка. TAL это Truth and Light, истина и свет. Есть. Ай-яй-яй. You are under arrest. Есть еще захват? Он не рвет захваты, этим надо пользоваться. Хорошо. Плюс. Есть! Первый раунд есть! Окей. Он не рвет захваты. Можно этим пользоваться. Да, он совсем не рвет.
Ой-ой-ой. И добить. Да, все, добиваем. 1-0. Еще один. Еще одну игру взять не надо. Название Варя о многом говорит. Два турика за день. Турнирная лига, мы будем ее часто играть. Завтра тоже играем с теми же оппонентами. А потом уже выходим в следующую групповую стадию. И в следующую групповую стадию уже будет гораздо сложнее. А потом уже плей-офф играем. То есть... Вы шарите, да? Меняет. Нет, не меняет. Меняет? Нет. Остается на термике. Он не рвет захваты. Это реально его минус. То есть я могу его забрасывать. Хорош. Есть комба. Ай! Телепорт. Телепорт. Нет, не будет телепорта. Матчпоинт. Так, окей. Ай! О, поймал! Тихо! Нормас! 322. 322, детка! Нет. Нет, я сказал. И убиваем. Пчяу! Вуу! Первая есть! С дебютом! Нормально, нормально. Ну, первая есть, победа. Прям радость даже какая-то даже есть. Не сказать, да, прям супер сложно было, да, но все равно нужно было сконцентрироваться, поэтому да. Не, ну это нормально, нормально. Поздравляем меня. Ладно, это только первая победа. Давайте внесем счет. Делать это надо самому, давайте я покажу, как это делается. Хотя, честно говоря, я в этом тоже нубич. То есть не очень шарю, как правильно вносить счет, но давайте попробуем вместе это сделать. Так, ищем наши матчи, матчис, вот, нажимаем матчис. Так, куда же мне нажать-то, чтобы счет вести? Ладно, подождите. Дэвид, гитарный, поздравляю с победой, возносим на тебя корону босса ПК, подавай хороший пример. Поздравляю с победой, возносим на тебя корону босса ПК, давай хороший пример, уважение к сопернику, и бегай, и фаталь всех направо и налево, аллилуйя. Спасибо, братуха, спасибо. От души, брат. Ты же с победой в лиге поздравляешь, да? Хотя вряд ли. Моё, а вот это обязательно, чтобы чекин противник проходил? Салют, Арман, удачи на турике. Спасибо, Дат, спасибо. Салют, Арман, удачи на турике. От души, Дат, от души. Дай бог здоровья, друзья, дай бог вам здоровья за поддержку. Так, ну так что, мне надо ждать, когда будет чек-ин.
а потом я смогу счет вести, верно? Во! Match in progress. Enter result, вот, enter result. Так, выбираем персонажа, за которого мы играли. Это у нас Шан Цунг. Противник играл за Терминатора. Первую игру мы победили. Вот. Первую игру победили. Теперь вторая игра. Также Шан Цунг. Противник за Терминатора. Победили вторую игру. 2-0. Submit. Угу. Так, score confirmation ждем. Проверки результата, то есть подтверждение от оппонента. Если он подтверждает, двигаемся дальше. Сетку хочу посмотреть, давайте глянем. Тут не сетка, тут группы, групповая стадия, потому что это... Да, все, вот, подтверждаем. Подтверждаем. Confirm. You cannot confirm results of this match. Чё? Ну, короче, мы вроде подтвердили, вроде как. Поэтому, ну, вроде я все сделал. Давайте глянем, что там дальше. Давайте я вам покажу группы. Ну, группы смерти здесь пока нет. Группы смерти уже будут во втором групповом этапе, который будет через несколько дней. Тут уже группы пока первые, где все игроки здесь собрались. Вот, допустим, возьмем любую группу, например. Группа G. Давайте ее возьмем. Кто тут у нас? Вот хорошая группа G, смотрите. Здесь у нас ПТУшница, Скулман, Мандрейк, Канеки Кен. Ну и три чувака, которых я не знаю. То есть, вот эти четверо могут побороться за 4 слота. То есть, ну, достаточно плотная такая группа. Моя группа немного другая. Поздравляю с победой в лиге. Хотел спросить, сколько часов CSGO и какое звание было. Дэвид, спасибо. Сколько часов в CSGO? В CSGO часов было? Очень много, брат. Есть. Блин, 1200 только на вот этом аккаунте, которым я играю. Еще, поверьте, я играл на другом аккаунте играл. Хотя не так уж и много играл на другом. Ну, короче, где-то 1500. Я до глобала доходил. Короче, тогда, когда глобал ценился, я доходил до глобала. Я, на самом деле, в контру играл очень долго. Я 15 лет играю в шутеры. То есть. У меня опыт в контре достаточно большой. Так, кстати, посмотрите. Да, вот, групповая стадия. Блин, как мне эту группу увеличить? Я вряд ли смогу ее увеличить. То есть только так могу смотреть. Ну, короче, вот группа D, моя группа. Вот, гляньте. В этой группе есть вот такие игроки. И я сыграл уже один матч. Вот, один, ну, победил. И у нас... Еще и разница учитывается в побед-поражений. У меня плюс 2, то есть очень хорошая разница для начала. И через 10 минут мы уже будем играть наш следующий матч против Ватрухина. И давайте глянем еще раз. Давай, Ватрухин. Покажи мощь, силу. Вызов отклонен. Да что ж такое? Приглашаем снова. Мучачес, Лост, Падян, фаворит Изи. Да, согласен. Ну, первая групповая стадия, она еще такая, знаете, более лайтовая. Вот вторая групповая стадия уже будет мясо. Там уже, то есть те, кто вышел из первой, будут вот встречаться во второй. Поняли, да? Четверо из группы А встретятся, допустим, с тремя из группы Б. Вот что-то типа такого. Ну, или с четырьмя из группы Б. Зависит от того, как там... распределиться все это дело. You are under arrest. Азербайджан в другом, друзья. Он тоже в этой лиге, но на PS4. Там для PS4 и для ПК разные, так сказать, групповые этапы. Потому что, ну, нельзя же групповые этапы соединить. Мы не должны ждать Дженикуса, спрашивает Патрухин. Ой, кстати, я не знаю. Возможно. Не-не-не, WYC пишет, что можно отметить и вторую игру 2-0. Не, нельзя так, друзья, надо играть, даже если вы проигрываете или играете не лучшую игру свою показываете, надо отыгрывать. То есть, зачем дисквалификация? То есть, техническое поражение. Такое не надо. Здорово, Арман. Сандер, здорово. Но выйдут два Мерсера. Серьезно, два Мерсера выйдут? Там один не настоящий, если что.
Конец, Ганновер, Калямба, Сайкс, Скулман, Супер Пазест и какой-то Аронград. Да, и какой-то Аронград. Ну да, ты сильных перечислил. А еще можно регаться на лигу? Рега закончена, ребята, но будет второй сезон буквально через 2 недели, наверное. Примерно в этот момент. Ждем Дженикуса. Видимо, Дженикус комментирует матч между Падяном и Йолбахом. Кстати, матч достаточно крутой. Падян и Йолбах. Это как раз оба фавориты своих групп. Интересно было бы, конечно, посмотреть на этот матч. Блин, а давайте посмотрим, что нам мешает. Мы же можем зарестримить. Мы же имеем право на это, да? Мы вроде ничего такого не сделали. А? Давайте глянем. Да, мы можем зарестримить, друзья. Давайте зарестримим. Я вам покажу. Оба! Я думаю, Илья не будет против. Итак, Йобах против Падян. У них 1-1 и оуз! Обалдеть! Падян последнее решение сделал. Ключевое. Ну вот и перестримили, друзья. Таким образом, Йобах проигрывает первый бой 2-0 и второй бой 2-1. Так. Угу. Короче, они сыграли по 2 раза даже, решили 2 круга сыграть. И Падян 2 раза одержал победу. Молодец, Падян. Молодец. Падян, да, это уровень. Ну что? Подожди, Ватрухин приглашает меня. Подожди, а Дженикус будет стримить? А мам, в конце турнира победитель PS4 на компах будут бить. Не, Sonic Spex. В конце турнира победители PS4 будут биться с победителями PS4. Победители ПК будут биться с победителями ПК. Ты понял? То есть лучшие из своих групп встретятся в плей-офф в системе сетки, как обычно бывает. И в системе сетки выявится победитель сезона на ПК и победитель сезона на PS4. Соответственно, 2 кубка будет вручено по концу, по ходу этого сезона. Итак, Дженикус меня уже приглашает, и мы можем стартовать наш второй бой против Ватрухина. Блин, я реально понятия не имею, как играет Ватрухин. Вообще без понятия. То есть, no idea, абсолютно. Поэтому я правда не знаю, что будет. Давайте ждать. Спасибо, а то я разрывался между твоим стримом и Дженикусом. Ну, супер, я буду, если что, рестримить. Чтобы классно время проводить. Сап, Кратос. Сап, Секандер. Здравствуй, братишка, удачи тебе. Роба на Xbox, спасибо большое, спасибо. Огромнейшее спасибо, ребята, что смотрите. У нас 600 человек онлайна. Огромнейшее спасибо, просто невероятная поддержка. Не забывайте также подписываться, если вы здесь впервые. Так. Что-то выкинуло. Пробуем снова. Тут еще Домастир так. Домастир, ты же вроде на PS4 играешь в эту лигу. Может он просто комп не выключил. Видите, у него типа спит. Может, спит реально. Так. Надо посмотреть. Зуки сказал, играем. Так, ну играем, да. Я понял, что мы играем. А, вот. Приглашение. Погнали. Зачем вы через Дженикуса играете? Потому что Дженикус еще и стримит на наши матчи. На официальный канал, поняли, да? Поэтому, вот. Можно сказать, на 2 стримах мы сейчас играем. Итак, погнали. Первый бой. Наверное, снова, да. Я на Шансунге буду. Мне все-таки комфортно на Шансунге. Опа, Нуб Сайбер. Ну это, да, это прямо подарочек, я даже думаю, да? Для Шансунга. Мне сегодня приснилось, что ты спался. Да, Рассел, мне тоже это приснилось. Так, я что-то забыл выйти, пойдем сыграем пару каток. Или ты все же там? Да, конечно, сыграем. Сыграем где, по-любому. Так, все, погнали. Это второй бой нашего сегодняшнего группового этапа. Вперед.
Отмал. Ай-яй-яй. Your soul is mine. Ух, спасибо, Громовой, за подписочку. Добро пожаловать. Ай-яй-яй. КБ я не буду тратить на апперкоте. Ставим. И апперкот. Апперкот! Ошибается Матрухин снова. Что? Ты как выпрыгнул? Прыгай. А, тихо, тихо. Нет. 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 Отдавай душу, брат. Так, а первая есть. Еще одну. Аперка! Давай, Ватрухин. Вперед, вперед. Кулбаха. Вперед, вперед. 1-0. Будет менять персонажа? Нет. Он играет на нубсайбете, у него вариация красава. Ему вообще по кайфу. Зато на банане можно стримить из баса. Конечно. У меня сейчас, ребята, вы не думаете, на самом деле, то, что я кричу, там с окна все слышно, прям с первого этажа. Поэтому там, наверное, думают, что за кретин там кричит. В принципе, и вы так думаете. Опа! Вот это конферм! Вот это конферм! Кстати, комбо с размена первый раз получаю такое. Нет, прыгать нельзя. Давай, Ватрухи. Что? Не рвет захват. И... Напрыгаю. Чистый блок. Не получает возможность. Ай-яй-яй. А, наказание, хорош, блин. Вот, пожалуйста. Один раз ошиблись. Нет. Конечно, это наказание. Ой-ой-ой, чистый блок. Почему-то не усиливает Ватрухин и... Но финальное движение! Бабах! Апперкот! А, давай душу, братуха. Вторая победа! Спасибо огромное за игру Ватрухину. Не, серьезно. Молодец, молодец. Неплохо в последнем раунде он сыграл. Даже лайфлит забрал какой-то момент. Но для полного счастья нужно делать еще больше. И подкат надо усиливать. О, боже, он умер! Он умер! Он умер! И Fatal Blow? Он не сжигает? Все! Обалдеть! Камбэк! Ты си... 100% камбэк сейчас сделал, Скумен. У нас красиво будет. Вот. Так-то лучше? Не так ли? Так-то лучше? У меня тоже хай-тек технологии здесь. Вперед. Давай, Lost. Опа. Найтвульф.
ниндзи возьму. Вперед. Суперсет, детка. Блин, а чё плашки так низко-то? Чё плашки так низко, они сейчас загораживать будут? ХПшки. Ё-моё, они же сейчас загораживать будут, ХПшки. А чё они так низко? Надо их поднять. Сори, сори. Во, другой базар. Чё-то низко. Блин, я чё, и вебку поднял? Нет, вебку не поднимал. О, другой базар, верно? Ай. Окей. Не, вебку я не поднимал. А, попался! Попался. Захват. Бэйли Рад, здорово! Как дела, дружище? Спасибо большое. Хорош. И конфирм! И конфирм! Блин, а чё, я же сделал табло ниже. Сейчас, блин, я забыл. Сейчас сделаю. Реально загораживает все. Сейчас. А мне одну кнопочку надо нажать. Я сделаю сейчас. Хорошо. Добить надо. Тихо. Енот, здорово. Здорово. Самый нормальный нужен хлопок. Самой нормальный Джакса сейчас нужен хлопок. Нет, нет, не нужен. То в чем его преимущество? Не нужен, не нужен, дружище. Преимущество хлопка о том, что он комбить может без вливания метра. Но я бы, честно говоря, на твоем месте не стал бы его ставить. Типа, зачем? Зачем Джаксу нужен этот хлопок? Ну что, 1-0. Так-то лучше, верно? Сейчас будет точно круто. Давай, Lost. Это турнир? Да, это уже турнир. Турнир. Видите, плашки. Когда плашки есть, это значит турнир, типа. Официально все. Сосредоточиться. Хашлама. Came to my island once. She was my predecessor. I finished her in a flawless victory. Round one, fight. Наказание, да. Ход не удался. Ой-ой-ой, минус яйца. Минус яйца. Ё-моё. Кратос Блоу, детка. Забыл, против кого играешь?
чистый и искусный Кратос Блоу делается нажатием двух кнопочек на заднем курке. Шимится, Lost Power. Угу. Команник. На! Оп! А давай душу, брат. Friendship, конечно, friendship. Спасибо за игру, Lost Power. Не, мне кажется, табло лишнее. Типа, зачем? До двух побед играем. ГГС, было круто. Да, было весело. Было весело, Lost Power. Спасибо большое за игру. Nothing personal. Так. Let's go. Ну что, Forti, Синдел. Ай-яй-яй, Синдел это шейкер надо брать. Шейкер. Вперед. Это предпоследний матч сегодняшней групповой стадии, друзья. Предпоследний. Мы готовы. Мой любимый диалог. Когда я убиваю, они остаются мертвы. Круто. Хорошо. Найс комба. Ой-ой-ой. И финальный труп. Да, финальный труп. Забираем эту игру. Братуха. Попался. Ой-ой-ой. Это наказывается, конечно. За такое нельзя прощать. Ой, сложный конферм был. Это смерть. Черепки! Черепки это такая вещь, да. Всегда попадает. Верно? Верно, верно. 1-0. Вперед, вперед. Ор выше гор у него ник. Next, сделай friendship. Хорошо, ну если выиграю. Так. Что значит не потею? Я пипец потный. Вы бы мою спину потрогали бы. Что? Я из бросочек.
много трупов пропускает. Надо больше их делать, значит. Как халявно выйти из угла? Гайд от Аренкратца. Очень много трупов. Очень. Очень много трупов кушает. Сейчас сложно сделаю вещь. Не сделал. Это сложно. Куда, братуха? Куда ты полез? Ай. И финальное. Финальное. Подходи. У меня для тебя души. Души, много душ. А-а-а! Почему этот интеракт не сработал? Тихо. И отдавай душу, брат. Your soul is mine. Спасибо за игру, Forty. Приятно было сыграть. Фух. Очередная победа. Yeah! Так, погнали. Последний матч на сегодня, ребята. Это групповая стадия. Группа D. Мой противник A-Star XT. Вперед. Блин, я на самом деле подустал. Я вам честно скажу. Подустал, потому что сегодня еще другой турнир играл. Поэтому будем играть сейчас последний матч на сегодня. Вперед. Hello, my friend. Beauty, hello, bro. How are you? Блин, Люкан, нифига. Это жестко. Наверное, спарки возьму. Мне просто комфортнее будет. Или играть. Не, все-таки я пойду в ближку. Поиграем на магии огня. За кого в АПЛ болеешь? Ни за кого. Я в АПЛ скорее, кто мне нравится, да? Мне нравится Тоттенхэм. Правда, не сейчас. Сейчас нет. Питере капец такие порции ремена. Да, да, да. Robocop top 10 now? На, мэн, на. Казание. Хорошо. А, хорош. Блин, что я сделал? Во, нормально, ладно. Я такой паниш профукал. Нельзя так делать. Все равно будет игнорить, чё? Не, неправда. Тихо. О, какой конферм, вы видели? Один ноль. Ну что, еще один? Фарид, спасибо большое, брат. Спасибо. Ну это не игрок. Нифига себе не игрок. Вы чё, недооцениваете? Это Люкан. Любой игрок за Люкана, он опасный. Чуть-чуть слабину дашь и всё. Мы на пороге финальной битвы.
Завтра Лестер опустит. Ну, наверное, да. Посмотрим. Тихо! О! Плюс. Ай-яй-яй. Да ё-моё! Во! Он всегда отменяет фаерболы. Всегда. Он всегда отменяет. Матчпоинт. Ну, тут он мне подарил. Прям подарил вообще камбу. Куда он там нажать пытался? О, это будет больно. Это будет супер больно, смотрите. Концовку дропнул и... Душа принадлежит мне. Эй, Стар, спасибо огромное за игру. И 5 из 5. Мы выиграли 5 матчей из 5 возможных. Шестой матч, к сожалению, не состоялся, потому что наш оппонент должен был пойти на дачу, там, поменять мебель. Смотрите, вот такая улыбка. Ох, приятная. Победа, друзья! Все матчи сегодня завершились победой, с чем я хочу вас всех поздравить. Хотя хотелось бы, почему я поздравляю. Но вы поняли, да, как оно все работает. Вот. Также... Пару слов скажу про то, что запись стрима, друзья, будет на другом канале. А на основном канале будут лучшие моменты. Лучшие моменты с этого стрима. Чтобы те, кто пришел с работы и не успел посмотреть стрим, они, так сказать, посмотрели лучшие моменты, лучшие бои. В общем-то, не теряли время. Может, какие-то советы посмотрели и уже пойдут спать. В общем, как удобно. Но если вы хотите посмотреть полную запись, я, конечно же, оставлю ссылочку на полную запись тоже. Все, друзья мои, огромнейшее спасибо, что смотрели данный стрим. Я все-таки не могу сейчас играть дальше. Я хотел немного с Домастином поиграть, но что-то как-то... Из-за того, что, наверное, 2 турнира сегодня играл, даже сил уже не осталось. Давайте я перекину вас на Дженикуса, который, кстати, продолжает стримить игры. Он стримит вот Сандера против Гамбита, кстати, хорошие пары. Переведу вас на них, а мы на сегодня будем прощаться. Домастир, давай тогда с тобой сыграем вне стрима или в какой-то другой день, а то что-то сейчас уже хочется пойти покушать что-нибудь, отдохнуть, а то уже 6 часов... Сидим. Что заметка на лбу? Я аватар просто. Да. Родимое, дружище. С рождения. Все, давайте, друзья. Всем удачи и до завтра. Пока-пока.